кухню в 15 квадратных метров с выходом на лоджию Мария Боярова превратила в настоящее кафе. В самой кухне, решенной в яркой и жизнерадостной гамме, появились два столика с уютными диванчиками. На лоджию идеально вписалась барная стойка. Чтобы уравнять температуру в обоих помещениях, и на кухне, и на лоджии установили систему «Теплый пол». На кухне использовали нагревательные маты «Национальный комфорт», которые укладываются прямо на стяжку. Мат представляет собой специально разработанный тонкий кабель, закрепленный на стеклосетке с одинаковым шагом. От других типов теплых полов такие маты отличаются тем, что необыкновенно просты в монтаже. Из них можно составить зону утепления абсолютно любой конфигурации. Для этого нужно только аккуратно разрезать сетку, не затрагивая сам кабель. Еще одно преимущество нагревательных матов – они тонкие, не поднимают уровень пола. Их можно класть прямо под финишное покрытие, без дополнительной стяжки. Мы все-таки сделали тонкую выравнивающую стяжку, но исключительно для удобства. В качестве финишного покрытия использовали керамогранит. На лоджии теплый пол уложили на основе двужильных нагревательных кабелей системы «Теплолюкс». Но, несмотря на различия, обе системы удалось подключить к одному терморегулятору. Это особая двухзонная модель, на электронном дисплее которой попеременно показываются данные температуры то в одной зоне, то в другой. Переключение осуществляется нажатием одной кнопки. Такое объединение двух систем экономит электроэнергию и другие ресурсы, а также вносит свою лепту в процесс превращения кухни и лоджии в единое пространство.